Расскажите, пожалуйста, про этот дом, кто здесь жил и что здесь произошло. При монтаже этого видео у меня сломался ноутбук, поэтому видео выходит позже. Не знаю, может быть, это просто совпадение, либо это повлияло паранормальная активность. И меня очень сильно поразило то, что происходило в самом этом доме. Все вот эти чистые звуки, без ЭГФ, я применял так называемый свисток смерти. То, что вы увидите на кадрах, это может реально повергнуть в шок. Поэтому, друзья, если кто-то из зрителей слабонервный, лучше вам это не смотреть. Расскажите, пожалуйста, про этот дом, кто здесь жил и что здесь произошло. В этом доме жила женщина, которая лечила людей в раньше времена. И все, прожила здесь долгую жизнь. И мы еще ходили в школу, когда зашли, и она умирала. Вот она долго мучилась, ей никак было не умереть. И по ранним предсказаниям, для того, чтобы она могла быстрее уйти в мир иной, нужно было вытащить одну или две потолочины, для того, чтобы она быстрее умерла, не мучилась. Ага, как бы душа ее освободилась. Чтобы душа ее, да. Вылетела, понятно. Жили в этом доме еще люди уже после? Дачники жили из таких, из Санкт-Петербурга раньше, и Ленинград. А вот вы рассказывали то, что здесь мужчина утонул где-то неподалеку. Рядом здесь озеро, вот за кустиками озеро. Они вот тоже, которые приезжали, ездили на озеро. Ну и случился приступ на сердечный, и недалеко от берега вот он с лодки утонул. Угу. А он жил в этом доме, да? Вот. Да, они жили вот в этом доме с женой. Приезжали эти дети, дочка приезжала. Ну и вот. Ну а потом, через несколько лет, и умерла его жена здесь. Так, друзья, вот зашел. Вот зеркало. Накрыто покрывалом. Обычно зеркала накрывают, когда хоронят кого-нибудь из хозяев, допустим, дома, чтобы душа не застряла в зеркалах. Кто-то говорит, чтобы душа не вышла из зеркала. Позже, допустим, она застрянет в зеркале, когда вот хоронят человека, первые дни нужно закрывать зеркала. Вроде до 40 дней, я точно не помню. Странно, зачем, интересно, вот такие выемки здесь. Первый раз такую печку вижу. Видел, конечно, русские печки, но... Что с такой лежанкой? Опа. Здесь труба обвалилась. Это что такое? Опа. Странно, что они начали шататься. Ветра нету. Это рыба.
Ладно, пойду вниз. Тут обрушился потолок. И здесь тоже скоро обрушится. Крысиные гнезда. Так, нужно будет тут прибраться. Здесь я тогда установлю ноутбук и проведу провод, который будет подсоединяться к микрофону в эту комнату. Здесь также поставлю камеру. Здесь поставлю камеру, она будет снимать, и плюс звук будет идти прямого, ну, сразу. В онлайн режиме, так сказать. Я буду уже слышать, если будут какие-то сторонние звуки. И очищать эти звуки. Вот. Также камеру размещу где-нибудь в этом углу. Нужно будет открыть зеркало. Также сегодня я проведу сеанс со свистком. Свистком смерти. Вот. Это птица. Все. И посмотрим, придет. Посмотрим, друзья, сработает мой свисток. И уловлю я что-то на диктофон, как я это делал ранее, еще до моего спиритбокса. Поэтому, друзья, сейчас у меня, как я уже говорил, спиритбокс сломался. Но надеюсь, что я все же найду человека, который мне его починит. Я не знаю, может быть, там не сильно большая поломка. Может, там всего лишь нужно какую-нибудь заменить деталь. Поэтому я все же скоро встречусь с человеком, который разбирается в радиотехнике. Он посмотрит, если ничего не получится, то буду искать других людей. В общем, все, друзья, сейчас я буду размещаться и включусь. Звук я установил. Вот он. Напрямую к ноутбуку. Сейчас я теперь здесь установлю камеру. Так вот, друзья, свисток смерти, про который я говорил вам, то, что я его приобрету. Сегодня я проведу с ним ритуал. Также все это будет проходить при свечах. Зажгу свечи, потому что этот ритуал проводится именно при свечах. Ну, можно, конечно, без свечек, но это будет малоэффективно. Вообще, всегда я его проводил со свечами. Через эту программу я буду очищать звук, который идет с того микрофона. Микрофон расположен в соседней комнате. Вот. И если будут какие-то сторонние звуки после того, как я проведу ритуал, то я замечу это, остановлю и очищу его. Сейчас буду приступать к ритуалу со свистком. Сейчас уберем это покрывало. Thank you.
что, друзья. Приступаем. Этот звук вы не услышите, потому что многие боятся того, что к ним придет что-то паранормальное из-за свистка. Поэтому звук свистка я не буду вставлять. Ожидаем звук. Сейчас проверю сразу, есть ли звук. Да, вот, видите. Вот эта волна. Сейчас поближе. Сейчас еще раз проверим звук. Все, есть. Вот он. Какие-то звуки есть. Стоп. Вот тут звуки были. Свечки. Это треск свечек. Стоп, 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 друзья. Вот этот четкий был звук. Так, запись выключаем. Походу где-то вот. Нет. Там четко было, я здесь. Все, вот, все звуки вы прекрасно слышали. Сейчас попробую на вспышку. Так. Thank you.
Охереть. Это мне реально сейчас не показалось. В зеркале в том проходе кто-то стоял. Вот там. Сейчас, друзья, опять переключусь в фоторежим. Придется сейчас мне отключиться. В общем, друзья, я сейчас, когда ходил со вспышкой, сделал фото. Вот сейчас вы его видите, это фото. Блин, ну это просто жесть. Сейчас послушаю, что было в этот момент. Так, 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 где этот... Снова вот этот звук. Сейчас, ладно, поставим еще раз на запись. Так, и звук. Все, звук идет. Блин, это просто пипец. Мне кажется... Вот эта ведьма, она вышла из зеркала благодаря вот этому свистку. Так, друзья, пока полная тишина. Ну, это было, конечно, вообще просто пипец. Что тут? Сканер берем. Интересно, здесь упало. Скрутит зеркало. Свечки реагируют. Как так, я не понимаю. В зеркале она была. В районе в этом. Сейчас, друзья, я вспышку включу. Буду я собираться, пробовал еще час, полная тишина, ничего нету. Без ЭГФ, конечно, очень сложно общаться с потусторонним. Но я еще, конечно, получше посмотрю, что это было. Но это точно не игра света, потому что я
видел силуэт, не то что даже силуэт, будто бы вот стоял кто-то в проходе, а когда я поворачиваю камеру, этого не было. Поэтому, друзья, нужно будет просмотреть этот материал еще раз. Сейчас я не могу посмотреть, потому что у меня уже скоро сядет ноутбук. Поэтому все это дома просмотрю. А как будет у меня ЭГФ, я обязательно сюда еще вернусь. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой лайв-канал. Ссылка будет в описании. Инстаграм и группа ВКонтакте. Всем пока.